первое число. На улице, они могут его наблюдать и в то же время не ходить по разным музеям, по разным галереям. Эта улица — это и есть галерея. Мы тут живем, и я считаю, что улицы должны принадлежать художникам. Как-то случайно наткнулся, то ли в интернете, то ли еще где-то, на манифест Маяковского. Сейчас происходит на улице, о том, что уже сейчас делают граффити-художники на улице. Мы еще не устроили праздника искусства, настоящего праздника искусства.